Мы пошли по ягоду. Смотрите. Голубика, голубика. Ее здесь так много. Только налетай. Налетай. Торопись. Купай. Купай. Живопись. Живопись. Так, Остапа понесло. Ты что, гриб нашел? Да ты что? Ой, я тоже нашла Вова, вот. Обалдеть, нифига себе, какой здоровый. Смотри, белый гриб. Красавчик. Кривой, конечно, косой. Но это... А вот, смотри. Это волнушка. Это волнушка. Но тоже съедобная же. Да. Только заберет, конечно. А теперь ягоды. А теперь, значит, должна быть связь подземная у них, как откуда, она да, называется. Паутина грибная. Ну, видишь, здесь только мха, что, скорее всего, под ним, там, где бугорочек. Ну, значит, где бугорок, там и грибок. Вот, девочки, смотрите. Всем цветы дарят мужчины. Я иду. А мне мох. А, еду! О, ягодки нашел, ничего себе. Ну, их много, как все сорвал. Спасибо. Сегодня я иду последний раз на прогулку. Завтра уже в это время буду собираться домой. Так что сегодня еще надо насладиться. Ах, красота. Не облачко, какой-то пушок в небе. Солнышко. Вон уже первые люди пошли с собачками гулять. Ну что, одеваемся и вперед. Мне здесь было очень хорошо. Очень-очень-очень. Похоже, я на барабашку, но самое интересное, я здесь нашла хороших друзей, хороших подруг. Очень много интересного. Так что советую. В общем, я умываться, чистить зубки и вперед. Итак, мои хорошие, день пронесся просто пулей. Все последние термины, как здесь говорят, да, или рандеву, или встречи с врачами, с терапевтами, были просто бомба. Просто все такие родные уже стали, это что-то вообще. И плакали мы даже, и обнимались, и врач плакал вообще. Очень приятно, что все полюбились, и вообще столько друзей я здесь нашла. Нашла одну очень... крутую, настоящую подругу себе. В общем, мы обязательно будем с ней на связи, мы обязательно будем встречаться, мы уже с ней договорились, когда мы в гости друг к другу приедем. В общем, классная вещь, еще с таким видом. Но все хорошее когда-то кончается. Чемодан я уже собрала.
Вот он, товарищ стоит маленький. Большой мне, слава богу, Вовка в субботу вот приезжал, забрал, чтобы мне не таскаться по поезду. Так что чемоданы собраны. Осталось только то, что на мне закинуть потом сумку завтра утром рано. И сейчас я иду на свой последний ужин. Сейчас опять будут слезы, я уже знаю, сейчас уже будут слезы в ресторане. Все начнут прощаться, целоваться. Тяжело. С одной стороны, тяжело, а с другой стороны, блин, таких людей встретила. Таких классных, настоящих вообще. Ну, в общем, так что пойдем сейчас ужинать, прощаться. Хотим еще прогуляться по лесу с девчонками. Взяли себе бутылочку секта. Где-нибудь на лавочке в красивом месте. В общем, откроем ее, отметим наш отъезд и спать. А утром рано за мной в 8 утра приедет трансфер и отвезет меня на вокзал. Так что не знаю, будет у меня время что-то вам снять или не будет. Ну, в общем, будет все печально. Ну, ладно, я пошла на свой ужин и в лес. Итак, последний вечерок. Мы решили сходить в лес. Мы уже поужинали. Теперь мы нашей командой идем в лес пить сект. Было хорошо, приятно. Вечерком мы вот здесь сидели. Смотрели на закат. Теперь приехали много новых людей. Но мы решили попить алкоголь. Вот так у нас тут весело было. Интересно. Это у нас окно в бассейн. По этой дорожке можно выходить с собачками на улицу. Они не имеют права здесь ходить, где Каврлан. И вот такие у нас тут посиделки вечером бывали. Мы брали себе мороженка и сидели, балдели. А вон там вечером продавался тортик и кофе, и мороженое. Итак, мы нашли местечко, где мы будем пить. Та-ра-ра, та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ja, irgendwie waren wir ja, wir drei von Anfang an, aber es ist schön, dass noch welche dazugekommen sind und ja, leider nur zu kurz, gerade mit Bier. Ja. Ja. Можно сказать, все, чемоданы собраны, иду на свой последний завтрак здесь, сейчас будут прощания, расставания, сейчас начнутся обнимашки, кому слезы были, потом забирание документов и в путь. Ну ладно, мои хорошие, пошла я обниматься, целоваться. Сегодня я пришла еще первая, на улице дождик был. И вот наш стол. Я пока первая пришла. Сейчас девчонки подойдут и будет любошки, обнимашки, целовашки. Всем пока. Это был мой классический завтрак. Булочка с колбаской. Половинка булочки с сыром. И половинка будет с вареньем. Яичко, мюсли, фруктик, кофе и молочку горячее. О чем я и говорила. Здесь правда классные люди. Все, лифт меня ждет. Все, на распрощаться не могли. Such a fine romance.
Итак, я в родном Зингене. Город встречает меня дождем. Но ничего страшного. У меня еще здесь кое-какие дела. И потом домой.